и убивает. Ну и все. По поводу этого, Женек, ты слышал? То есть тебе нужно будет затаунтить босса максимально быстро. Когда сказали, ты сразу затаунтил босса. На боссе будут Уфолок, Женек и Юи. Сразу разберитесь с очередью, кто первый таунтит, кто второй, кто третий. И желательно, чтобы у вас были символы на таунтах на морозе. То, что ты ошибся, и рейд ошибся. Все ДД-фласки пьют. Может, God Help эти саппорт выпить. Порталы рандомно. Просто смотри, в какую сторону Мактеридон поворачивается при касте. Будем помогать тебе, Женя, какие появятся. Просто стой, ну, где-нибудь посередине. Готовься, чтобы ты вправо и влево побежал. И все. Ты как бы босса не бьешь. Просто стоишь, ждешь мобов. Твоя задача — включай АОЕ не сразу. Печать. И будешь держать АОЕ печать. Короче, Женек, стоишь, бьешь, если лево-право портал, гитаристы или демоны, даешь там гневы небес, хаджи, вообще похуй, что фиряешь их там, чисто поебать. Если вышли без, твоя задача — разбил лужу, все. Да, то есть гнев небес не даешь. Гнев небес тебе скажет, ты первый заезжаешь. Второй заезжает Сацуна, третий даст притон. А по танкам первый будет танчить Уфолог, после Уфолога Юи, и после Юи Женек. То есть Юи, у тебя же есть голос? Нет, давай даже по-другому сделаем. Ты танчил здесь, Юи? Харис как танчил. Так, давай тогда ты будешь первый танчить, чтобы было проще. Женек... Андрей заберет Женька, точнее заберет с тебя, проносит, когда Женьку забрать, и ты заберешь сам Женька, когда нужно будет забрать. Хорошо? То есть ты танчишь первый, потом Андрей затанчит, потом Женек, чтобы не обожались. То есть ты Женька сам заберешь, ты второй будешь, третий, точнее, да. Саня, добрал. Добрал. Ну что, Вань, то, что ты говорил, делаем? Делаем. Что за тайны? Откикать кого-то собрали, глядишку, наверное. Слишком очевидно уже было. Порталом подводить, скорее всего, только... Или подводите вы, Ваня, который лил портал? Вот, похуй, можно да. Подводить. Весом. Это все херня. Демонам подводится, короче. Да не надо, блядь. Лишнее телодвижение, и танки проебутся вдруг. Стойте, ну, паузьте, и все. Все, третье, ДДшные фласки. Кто на кубах стоит, это Джанг, Бойчик, Притон, определенно. Кого-то еще, а вот. А, ДС, киньте. И будет Анфиокси. На второй фазе тоже танками... Выводите босса в центр и бейте из центра. Не надо под дверью его держать. Я тебе ром дал. Дискорд для Томаса. Дай дискорд. Ладно, сейчас тебе дам луну. У кого там луна? Сейчас посмотрим. Кубы вроде тут что-то 10 секунд или сколько? Да, нужно их прожать и подержать. Чтобы все лучше вышли, хоть напомню. Не, я имею в виду, сам каст босса очень долгий по сравнению с обычкой. Ну, дорого. Короче, ваша задача, чтобы все нажали кубы на миллисекунду, ну, в один момент, и уже можно отпускать. То есть не надо держать. Включай, пойдет. Да. Короче, проще скажу. Пока нету 5 лучей, блядь, не отпускайте. Появилось 5 лучей на боссе, все можно. Да, просто гуру, что надо 5 лучей. Ладно. Заходи, Даня, и погнали. Андрюха, ты тут по ДРЛ, потому что... И с Ваней. Вы уже убивали. По кубам. Ты танчишь, да, по кубам звездочка определенно. Джанг, Ромбик, Бойчик, Печенька, Притон, Трусы,
Русы, вон как раз близко возле бесов будешь забивать косты. И анфилоксе, или как там правильно, вона? Рыбу. Так, рыбу сейчас... Притон с шефе или кто там? Да, притон. Я его к трусам послал, сам, поближе к вам. Okay. То есть по станам первые на бесов. Бесы появляются с правого портала, самого правого. Да, ну я напомню просто Гудхелл, потом Сатсуна и третий Данкатый Притон. Все, в принципе, здесь. Давайте рыбу будем пробовать. Теперь по костам, по мобам. Печеньки сбивает Женек, Мистер Бон сбивает Луне, Троянский сбивает Трусан, Рамбу сбивает Сэнджио, Юй сбивает Звездочку. Гудхелл Таунти через Луну, Андрей Таунти через Печеньку, Женек Таунти через Ромб. Юи через Звездочку. Рыбу. Нет, все ДДшные фласки здесь пьют. Кроме танков и кубисты тоже выпить сапроты на всякий случай. Рыбу. Конь. А. Это будет важная задача гитаристов. Там, блядь, пиздец. Я на X3 таким занимался. Ну, ты, помощник, короче, Андрей, тебе... давай оковы после гриппа. Я знаю. Помощник Андрея и Ваня, тебе дал, будете метку ставить, там кого гриппать. Ставлю рыбу. А, где рыба? Рыбы нет. Надо в ГБ ставить. Есть рыба на волке под волком. А, все, вижу. И будем пулять. Бомжей первый удар Троянский. Потом Сквиртл. Этот, а там, Саня, может, проебался, а ты будешь метку для РДД для меликов ставить на 300? Или нет? Да, или только череп, будет Ваня, Ваня будет ставить череп, и будет человек этого гриппа, и Саня этого сряет. Без пизды. Ой, Сатсуна, сначала ходишь, потом фиркастишь, именно в таком порядке. Все, заходите все. Что-то они МЦП здесь, конечно, много сделали. Готовность на пол. Че, сек? Главное, косты забивайте вначале и бомжей будите. А уехайте, ничего там не фиряйте, на пулы отдавайте по КД. Идите за игром. МК я отдал бойчику, Томас... Ты какой-то там... Фаермак? Нет. Саня? Да. Ты который? Да. Алло. Короче, да. Смотри, считаю 100% каст каждого танка. То бишь, если условно я танчу, идет каст и сразу назад вообще. Хорошо. А полностью свою дорогу нельзя же держать вас под шитами, только подкаст. Только подкаст вам закинет. Все хорошо. Все, все готовы. Андрюха, давай добавим пул, я тебе помощника дал. Играем все пока по звездочке, когда сбегутся, вот через АУЕ играем. Троянский первый бомжей даст. И косты сбивайте. Как сбили Андрей, косты бомжей. Троянский. Секунд. Мак диспо. Или есть. Не диспадит. Женек, кастуй, бомжей. Силки сбивайте. Не каст, а силки. Силки сбивайте. Залп стрел тьмы похуй. Не дамажит здесь? А, ну да. Все. На пулы отдайте, там, смотрите, в печень не потеряйте. Еще раз напоминаю, возле кубов не стойте, в огне тоже старайтесь не стоять. Просто играйте. Герму с пула даем. На экстрим. На луне ты точишь нахуй. Ярче, блядь. Блядь, ты покушай, блядь, заебали. Бля, 30 секунд. Приятного аппетита. 30 секунд, бейте сраных чаротворцев.
Ох ты. 5 хп у них. Убейте, как, убейте. Как если орков убить не можете, то босса бить бесполезно. Да нам босс сразу точечно литнул. Ну да, на сторону. В ближнем бою урон получил. Глену. Глену. Падайте. Вайп. Просто падайте. Посыпались ОЕшники маленькие. Пойдем со мной, покажу тебе кое-что. Пойдем со мной, родной. Не заходите только пока в инст, когда кто упадет. Так он еще... Падайте. Все, вставайте. А големы не пропадают? Через какой-то период времени. Еще раз, блядь. Исцеление тьмой. Один каст 30 секунд примерно. Хилер да хуище. Завхар, будешь вас? Нельзя. Кстати, как? Женек, заходи. И Анфилаксия. О, сложный. Сирка. А что это такое вообще, блядь? Анафилаксия. Чего он знает? Блядь, скорее всего, какая-то анафилаксия или какая-то процедура. Ну, есть анафилактический шок. Нет, асфиксия — это когда дышать не можешь. Прикольные квадрашки у Полена, да? Чё с Женьком? Женёк, ты тут? На, МК. Жень, Влад, кинь не в меня, МК, а кинь в этого, в Томас. Я всё равно там буду бегать. Кубы прожимать, и он пусть домашний. Ну вот сейчас я без МК. Тебе кто-то закинул МК. Нет, нелогично. Ты еще нелогично, потому что ни одного мага в топе урона нет. Так паришься. Давайте. Полностью поехали. Твою мать, блядь, протер клавиатуру, въебал бурсты, вилки, нахуй, все понажимал, нахуй. Заходи. Ты последний. Простите меня, пожалуйста. Егор, так называю, так начинает мелодия свинья. Поехали. Все, давай, добавим пол, Андрюх. Я тебе ПС-ку, Егор, дам, не переживай. Да? Не надо. Давай тогда точно играть по черепу, пока будут менять вам череп метку. Косты сбивайте те, кто был назначен.
Мне это дом уже встречаем. Писер, холик дает. Надо поделиться, например. Агроза берите, пожалуйста. Давай Сэнджио Бланжей первый. На Томасе троя не агро. Я своего танчу. Че страшно? А ты смотри, кто сказал про топы? Вон маги сразу в топе. Следующий сервер поиграл. Косты бейте, косты. Никола, свободная бомжи, Юи, у тебя, по-моему, бомжи есть. Закосты бомжей. Тоже. Каст. На шнурках висит. Блин, смотри аккуратно, все гром. Любите масс фирварами? Следующий череп, играем. Санечка, пожимай уход в тень. Да, я прожал один раз. Раз, ага. Свой тоже прожимай. Вань, дашь БР потом, когда добьем. Кстати, таймера босса нет. Нет, тоже нет. 5 секунд. Ну тогда надо давать Ваня БР. Отдавай БР и сразу ему ребаф отдали. Плюс иннер. Подкаст, Санечка. Добили последнего, чертворда. Играем по боссам. Гер даем фул или как? God help, забери с QU мобов. Андрюха, я не слышал. Школа, да. Да, да, да. Геру, да, я. Сказал, да, да, я хуй. Плохо, слышно. Слышно. Я вас слышу. Бля. Зачем ты забираешь? Help. Достал он был, походу. Про печать не забывайте, через 10 секунд печать Мактеридона. Кастеры. Под конец печати не кастуйте. Следующий каст женек забираешь таунты. Следующий. Ты ему пранунчи. Сразу в кастер. Лучше. Поздно забрал. Обычные демоны. Забирай демонов, Женек. Пожалуйста, Кубы. Ну? Есть, все, отпустили, отпустили. Андрей, как ты сможешь продать БР? Женек, следующий твой. Подстрахуйте кто-нибудь звездочку пока. Томас, ты что подстрахуешь звездочку? Стою, прокиньте. По демонам играйте. Косты сбивайте. Женька, скажи. Все, можно падать, нахуй. Вон там, там, что-то танк, какая-то вот ханеля пошла. Давай, падайте, зайдите в лужу, не кильте. Чё мы там нашли, 5%? Короче, да. С меткой люди. Нельзя кастовать. Ещё раз. Ой, кикайте косты мобам. Кикайте косты, грёбаные стрелы, которые летят в 30 человек. И декурсите все, кто могут. Все маги, все шаманы, все друиды, все декурсите.
Ради интереса сейчас скину дикурс. Подожди, дикурс это надо диспелить с противника? Проклятие. С нас диспелить. Проклятие. А, с рейда? Да. У меня не показывалось ничего. Я понял, окей. Yes. Ну, я мертвый убежал, Ваня. Да чё, ты умер, я тоже не понял. Я не знаю, слышно меня сейчас, нет? Алло. Сгорел? Ты тихий, Андрюха, ты тихий. Это да, играйте сами, нахуй. Сделай усиление графа. Винде. Как видишь, не могут. Взялся. Найди у нас рейди сау, я тебе дам 100 тысяч. Я потел как мог. Заменочка. Буду. Я работаю, сейчас ревогнусь. Пусть Ршам Махили, это Сава Сердру, может на изи это делать. Или ты такого не писал? Еще раз, метки Мактиридона тоже. Вы стопаете каст, когда на метке остается секунда или две. Ну, дебафа. Стопнули, дебаф спал, бьете дальше. Ну, если бы у нас был кот, он бы и бурил. У нас кота тоже нет. Андрюх, я вон скинул. Кому я сколько наабсорбил? 5 первых. И тебе сотку наабсорбил. Саню печать убила. 21 тысяча. Ну, хорош, Сань. Как мне могло почему-то видеть, ничего не гасил, я гасил куб. Меня на кубе стоял, меня убило. Ю-ю. Может, вторую мою смерть линканул? Первый раз я на кубе сдал, когда держал куб. Я не знаю, какая смерть. Я смотрю, урон получен. У тебя печать Мактиридона 21 тысяча. Интересно. Может быть, из-за кубы? Второй раз он в огне и от дикурса умер. От дикурса в основном. Скребучий дикурс бьет раз в секунду по 2500. Даже два раза в секунду по 2500. 5000 в секунду, блядь. Что вы думаете? Эй, возьми рыбу в гильдбан, пожалуйста. Он поставил. Здесь нужно только сбить каст кубам и все, не обязательно держать до талого. А я звучит, да, можно отпускать. Там просто сначала нажали, потом отпустили, потом походу другой человек нажал. Не помню, какой куб был. Типа... Так я не понял, стрелы надо сбивать или только хил? Да нет, ну ты чё, блядь? Только хил. Только хилки. Где стрелы? Блядь, после 10-го драйва, ты чё, блядь? Всё-таки хилы сбивают. Поехали. Ни у кого не показывает. Бабки не хватает еще.
Бля, как же хуйно без ретрика, пиздец. Все готово. Да? Поехали. Поехали. Вот Катя. Докосуйте свободный бомжей. С Томаса снимите. И Бог поможет за этим. Два раза череп уже кастанул. Исцеление. Меня кто убил, КД, сейчас будет. Через 20 секунд активация. Таргет надобили. Два моба осталось. Заберите с хантов. Дайте фир на мобу. Да, чтоб на тебя не висели. Босс. Вводите его в центр. Блоками побаньте големов, которых можете. И пофиряйте, которых можете. Женя точно, который его тоже можешь позабирать, только точно масс с нижним металлом. Бля, нихуя. Не таун, что поделать. Есть это... Б, Ваня? Да. Вставай. Дайте ребаб побегать. Зачем вы, блядь, ретаунтите раньше времени? Ёбаный в рот. Ну это пиздец какой-то. Не таун снова. Съебал, блядский интернет. Упали. Просто упали. Зайдите в огонь. Мне хуй ловить. Еще раз, ребятки, блять, вы в каст таунтите прямо во время каста. Не затаунтили во время каста, пизда одному танку. Двоих убило, можно вайпаться. Вэров у нас не много. Слышишь, сломаешь хизеньку, когда таунтишь? Да там секунда каст, ты не заанонсишь. Там, да, там повочить не успеваешь кинуть. Просто надо в глаза не ебаться. Если Женек лагает, то все, можем расходиться. Тут нехуй делать. Я как говорил, Саш, я отойду. Минут на 20 поменяйте или 24 бейте, там, 30 сами. Минус 2. Минус 2 уже. Все, наигрались. Наиграть. Вообще какой-то бред, типа почему на ДКшке, на МТ мобы были, когда он босса уже танчил? У меня нету ДК, потому что у меня проходки нет. Да там похуй на мобов абсолютно. Ну, ему они его бьют, и все. Так при чем здесь ануб? Покажи его первую смерть. Блин, кади его первую смерть. Сейчас посмотрю.
Чисто три последних удара просто покажи. Там больше это из разряда 40 тысяч и 50 тысяч. Да, там фол надо. Не, у меня не фол, у меня только этот убит. Но 41 и 37. Здрасте. Как бы зашел бы, не проблема. То же самое, думаю, Андрюха будет. Андрюха 48-52. То же самое. Не таунт. Так, Влад ушел. Ничего делаем. Все, ничего делаем. Говорим всем пока. Ну, я говорю, если танки не могут затаунтить, этот босс не убивает. Вообще не убивает. Как тут параллельно? Магик самый простой среди всех боссов. Вот этих вот. А дело не в том, что можешь, не можешь. Говорю, мы... Женя, полчаса босс. Хочешь, я могу, блядь, перекинуть обратно на телефон. Тогда будет нормально, скажите. Мне установили домашний интернет, какая-то залупа ебаная. Он просто нормальный, он хуякся, все зависло. Вчера было так же, сегодня так же. Вот я про Вардеру написал, пускай думает, что там не так. Либо потому, что Wi-Fi, я уже и 5G нахуй перекидывал, и туда перекидывал. И все нормально. Первый раз у меня зависло, когда вы трэш пули, второй раз у меня зависло, когда босса начали танчить. Вчера на Ануби вообще нахуй пиздец был. Вот сейчас все заебись. Вот столько пули. У тебя босса... другие игры лагают, блядь. У тебя как другие игры лагают. Как тебе объяснить? Я в другие игры не играю. Я не могу проверить. Блядь, ты запускаешь 4К YouTube, нахуй. У тебя лагает, нахуй. Нет, у меня Wi-Fi на где все. Ну, у тебя проблема с игрой, нахуй. Да какой, нахуй? Я сейчас на телефонный интернет перекидываю на Билайн. Просто стехи. У меня все заебись. Только пинг одна секунда. То, что там, грубо говоря, задержка. Да как с ноутбуком проблема? Я в другой квартире сидел на этом, на подряде, нахуй. Все заебись было. Ну тогда хуй его знает. Я вот тоже хуй его знает. И поверь, я уже что только не переебался. Может проблема с сетевыми драйверами, я хуй знаю. Клиент. Нахуй я ретаунт сделал. Проверь. Вот не понимаю, короче. Вот мы начали бить босса, короче, я должен забирать. Блять, два таунта у босса прошло. Как я, блять, его должен обратно забрать? Ну я там не знаю. Там. Да ПЛП-хи скинулись с сорвами. Интернет грузишь там просто, хуйню, все заебись за хуйню. Я не знаю, что это такое. Ну вот завтра я ему написал, пускай скажет. YouTube 4К, ну хуй знает, сейчас включу что-нибудь, посмотрю. 4К, так, а где 4К нажать? Да прохуй, просто любой HD качество включи, если тянет спокойно, без лага, значит все работает адекватно. Либо проблема с твоей картой, либо еще что-то, если ты переключаешься на Wi-Fi. Или ты сидишь с Wi-Fi с обычного интернета, типа, и у тебя лагает. Или у тебя кабель подключен. У меня Wi-Fi нету кабеля. 4К это вот, грубо говоря, вот 2000 разрешений. Ну сейчас посмотрим. Бля, Wi-Fi всегда залупа, правильно. Просто слушай, Женя, ты сейчас играешь, у тебя лаунчер включен? Включен. Ну, отключи его и зайди через ярлык просто. Я хуй знает, у меня конченый интернет, но мне нихуя не лагает. Ну, я тебе говорю, ну, блядь, что я, блядь, выдумываю? Не, я просто вставил 5 копеек и все. Закрой лаунчер, вводи через ярлык. Все. Мелочный ты, Егор. 5 копеек ставил. Блядь, ха-ха. Сука, белорусский интернет не лагает, а у вас там что-то лагает.
4К я нажал, короче, YouTube, он вообще не тянет, нахуй, не грузит нихуя. Ой, не знаю, я тебе сказал, что попробую сделать. Сперва. Закрыть лаунчер просто. Закрой лаунчер, води через ярлык просто, да, в игру. Только выйди полностью с игры. Сейчас попробую. Все равно надо добираться. А я тем временем пошел в другой мир. Мне такой конченый лут упал, пизда. Да, бля, при чем здесь Void выносить чуму? Ты понимаешь, что оно постоянно... И я не понимаю, я стою, бегу и хули толку, как я могу? Если я жму бежать, а я буду на самом деле стоять, я только побегу, когда он отлагает. Если бы он стабильно бы, допустим, на 3 секунды... Да, нет, так. Ну, Wi-Fi всегда залупа ебаная, я точно знаю. На выходных, блядь, кузнец, езжу кабель куплю, у меня сейчас нету кабеля, и проверить я не могу. Через ярлык это вот этот, Cirrus XA, да, грубо? Да. Сейчас попробую. Мне кажется, он нихуя не поможет. Я вот специально на таком телефон перекинул, и все нормально было. Просто задержка. Ну, блядь, с такой задержкой можно ДДшить. Не перетаунить его. Блядь, я бы нахуй да. Так, ладно, решаем. Идем, пробуем что-то сделать или расходимся. Нам нужен еще один танк, как минимум, который нажмет кнопки. Есть вариант, конечно, поменять Женька на ДК, но я сомневаюсь, что он нормально соберет гитаристов. Хорошо, пусть нахуй дамажит и все. Хули ты? Где танк это найдет? Кто танка прыгнет? Танка нет. У него блок танк, если что. А у меня если это, что? Ну, у меня не заходит через ярлык, у меня ошибку выдает. Через рану. А я хуй сделал. Что нам обахнор? Его пачка бесиков сотрет за один прокаст. Но каждый бесик по 4К скидывает. Зайди. Ну, хули. Go, я на Вара зайду. Попробуй потанчить, не знаю. Подожди, какого вара у нас туда не будет друида? Второго. Найдешь плюс один, хз. В гильдии вообще никого больше нет. Ну, проход. Проходкой больше никого, да. У меня слово у тебя времени осталось. Да еще вот собирались сегодня. И вот только зашел и прям лагает, все лагает, лагает. Я жду, пока отлагает. У всех так или это у тебя. Типа он грузит нахуй что-то. Вот я вот сейчас зашел, и уже секунд 10 все на месте бегают. Ну, у меня нормально. Что это значит вообще? Почему так происходит? Прогружается все. А это от чего зависит? Вон Андрей тебе пишет. Все зависит от инетка. Ты не тупишь. Ладно, давайте решаем. Продолжаем бить. Войд, заходишь, не заходишь? Да, нет. 23, что ли? Ну, доберем двух. Все, заходи. Помогите поискать 2 ДДР. Будем пробовать дальше. Ну, не 3 минуты загружалось. Пункт 20 загружалось. Все, вот сейчас, пока я пиздел. Давай еще раз. Все, тихо, Женя, прыгай в ДДшник и тихо. Так
тела, может даже пробовать поискать. В смысле? Ну, в смысле, я в ДД спекнусь. А Влад 1100 придет, меня заменит, когда придет бойчик. Нужно плюс два человека. Третий кубист не подойдет, сейчас третий кубист. Пойдет. Ну, третий кубист и в четвертый все танки и кадама, он им урон немножко снижает на 1%. Можно еще вместо гудхелпа одного орка закинуть. Сейчас еще орка закину одного. Гудхелпа, да. Можно, кстати, Каныча ебануть на куб какой-нибудь. Он пожмякает. Он могёт. Кого? Кого Каныча? Каныча. Протопауэра, который. Четыре надо. Заходи, Женя, Кадама, заходите оба. Буквально ждем. Будем начинать. Лянка, ты на... в дичне, не в дичне. Лянка в дичне? Здоров, Каныч, ты готов? Лянка. Она не сама на кубах. Если сварик поменяй, не лучше. Так вот ничего сложного, но все равно. Это кто говорит? Это я говорю. Так ты не на кубе, вон. Я за нее говорю. Она мне пишет, что типа она не стояла на кубах. Никогда в жизни. Каныч, как насчет куба? Бери вон, блин. Он, Каныч, поставь вместо лямки. Это Каныч. Кто такой Каныч? Я не знаю, кто такой Каныч. Брота Павер. Каныч, блин. Чипок. Все, хорошо. На. Ну, все, все то же самое. Поставьте рыбку, будем блять. Так, Томас, держи тебе МК-ку. Закинь не мне лучше МК-ку, я с накубы там буду бегать и так далее. Закинь по жанку какому-нибудь. По притону вон, по притону. Там тоже на кубе. Кушайте рыбу. Андрей, ты здесь? Что кушать? Последовательность такая, это только Войд будет последний танчить. Первый ДКшник, потом Андрей, потом Войд. И не танчить, таунчить или раньше времени. Бля, давайте по бафам пройдемся, то хуйня какая-то получается. Войд. Рота раздает, Сосуна раздай. Давай каски. Женя, кулаки МП5. Ну давай ты каски, Женя прото, тогда Саня кулаки МП5. То прото можно не раздавать. Какая разница? Можешь вместо прото Женя по хантам закинуть МП5. Сейчас заходите все внутрь, играем по черепу. Косты сбиваем. Каныча не хватает. Окей. Ну, что-то не хватает. Женек. Все, поехали. Косты, главное, сбивайте через твор. Все, давайте добавим пол и поехали. Ты не Женек, ты имитация. Женек — это good health. Попечь там что-нибудь. Агро на нем. Сальву закиньте. Закастуйте бомжей свободных. Троянский. Полянки тоже. По шнуркам что-нибудь тоже можно дать. Сальву да. Да бог ты что-то сразу закидывайте ничего. Сейчас они тебя по уфологу боб ебанут. По уфологу не надо.
разбил черепом. Лямку там. Шнурки тоже. Череп следующий играем. Троянского пропилите. Косты сбиваете, главное. Големов можете нахуй эфирять. Дайте эфир в армию. Он хорош. Нахуй не уперлись. Добьете текущий чипок, я переставил новый, да будете бить. У вас Рима через 30 пас. Секунд активируется. Карныч, скинь агрон, тебе висели. Аня, еще есть поиску закинь. Еще пофиряйте, у кого там есть. Что, у нас просто есть холики до сих пор. На эссенса дайте сальву какую-нибудь. Когда? Босс активируется через 2 секунды. Добили. Жень тут. Баньте локами големов. Приморозил немножко. Смотри, хан там какого-то подбивают. Аккуратно. Шнурки. Нормально. Печать через 8 секунд. Андрюха, что с тобой? Может, она лагает. Не забудьте, что печать надо стопать. Следующий ее таунт. Кубы скоро. Нажали кубы. Отжали. 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 Отпустили, отпустили, отпустили. Гитаристы выходят. Свернул первый. Теряйте гитаристы. Я поводал на него. Правда. Чаепок все бьют, фиряйте этого чаепок именно. Фиря, фиря. Гадхелп, забери остальных. Дальше кого? Вот этого, дальше. Фиряйте его. Фиря. У меня в антикурс не показан, нихуя, ладно. Да нету курсов. Курсы только на земных. А, понял. Минус фир. Дальше вот этого. Ваня, дай БР по Троянскому. Три по Сэнджу, да. Когда сможет. Рибахните Троянского и Сэнджу. Скоро будет вспышка сферны, через 9 секунд приготовить к убийству. Через 5. Прошли, прожали. Прожали. Из огня выходим. Извиняюсь. Гриф, извиняй его. Я же декашку, опять декашка. Нажали, нажали. Ладно, отпусти. Все уже там уже. Демоны, сейчас декурсить надо. Помогаю тебе декур. Да демона добейте. Добейте гитариста, теперь демоны. Станы работают, фиры работают, паладиновские, все работает. Кики костов обязательно. Полипал на танках, остальные на рейде. Агро заберите, пожалуйста. Можете помогать танками неактивными. Помогаю Ванди курсить.
41 тысяча ближний бой. О! Ну, агро. Я без маны. Все, приготовить. Да, 3,5 вдоха. Все прожали. Печенька не прожал. Печенька не прожал. Вы заранее отпустили. Всех близко, кроме танков. Ну, короче, по демонам надо больше урона. Реально больше. Печенька не прожала. Декурсы нормально были, теперь их проблема в агро. Я помогал тебе как мог. Там, наверное, тоже метку надо ставить, потому что все разных бьют, там каждый на каждом висит, они убегают, и там никак не соберешь. Да это похер, там просто надо их убить и все. Бывает, но... Они должны умирать, пока, блядь, выходит второй, у первого должна ситуация 20%. У них там по херне хп. А следующая КД. Кто у нас демонов танчит? Скажите, пожалуйста, ник. Типа, кто танчит вот. Демонов? Гудхелп вообще танчит весь трэш. То есть, когда выходит трэш, на пул трэша в гудхелпах. Все ханты, все роги. Томас, все, походу, закончился. Да не закончился. Заходи, он имеет в виду заменить на куклу. Но не будем мы тебя менять, Томас. Просто запомни, когда сказали вспышка, приготовься нажимать. Там времени до хера сделать это. Только вы не спешите отжимать, пока не сказали все. Страх. Страх у нее. Короче. Жень. Ой, вообще не плевать. Иди, и Томас, быстрее рыбу ешь, и будем запускать сразу. А есть вариант кого-то другого на фир поставить, кроме меня? Потому что, ну, типа, там... У нас некому больше. Некому, в том-то и дело. Пати такое, из говна и палок, скажем так. Чуца каст фира самый быстрый. Ну, я говорю, должны даваться оковы, чтобы он из ренжа фера не выбегал твоего. И ты должен просто ферять его. Просто такое патчи, Санька, из говна и палок. Поэтому... Все, все готовы? Добавим пол. По черепу играем. Ну да, ни совы, ни лема, ни ретрика. Да вообще нормпати. Постойте, бомжей свободно. Пейте сальву. Дай ему сокрухоли пало. Один холи пал. Продлич Юи Майсбаунда, когда сможешь, когда будет 5 стаков. Через 9 секунд войд ты дашь. Нас сокру. Забери с Юю мобов, чтобы они на тебя висели. Женек. Это у нас. Тоже. Смотрите. Женек это Godhelp, если что. Саня, уход в тень нажми.
Да Саня может выбежать от трейда немного. Чтоб когда големы появлялись. Сейчас его не херачу. Дайте еще мастер. Каныч, дайди в рейд, дай мастер. Все, последнего добили. Все, хорошо, Женек, собираем обов этих, пусть они на тебе висят. Баньте локами, снова херяйте. Дальше, Геру. Ну, Гера. Жень, ты единственный шаман. Скибиди. Евгений. Не забывайте, что с печатью придется стопать. Раз. Скоро кубы будут. Приготовьтесь. 2000 секунд 10 скорее. Готовьтесь к кубам. Печать, рожали кубы. Кто-то нажал, отпустил. Печеньку, подстрахуйте. Нажмите печеньку. Все, отпустили, отпустили. Подними джанку. Не этот, дерзы, пока все не нажмут печенька, Томас. Ваня, как это кулдаунится, джанка. Нам нужно будет подстраховать Рому. Тяните череп, бейте РДД, бейте кроме черепа остальных. Этот, Егор, подстрахуешь Рому. Нажми айсбаунд, если есть, или как-то. ХД, БР, если что. Я вижу. Егор, подстрахуй, Жан. Егор, ромб, если что. РДД бьете остальных, милики череп. Гриб, череп, остальные РДД бьют остальных. Печать не забывайте. Кубы 20 секунд, готовьтесь. Череп бьем. Захильте ханта, пожалуйста, на фул, я саппорт перебил. Готовьтесь, куб. Я скажу, когда. Нажали кубы. Отпустили. Все красиво. Лови демонов. Демонов быстро бить надо. Череп добейте только. Череп, потом демонов. Помогу декурсить. ВР по мовару. Давай, Саня, ты. Ой, не Саня, ты лобстер. Андрей, дашь по шнуркам. Как сможешь. Я по декурсу. Ты хиляй. Который прист протопауэр или как там закастуй гимноману. Ребахните шнурки полностью. Кубы через сколько? Кубы через 12 секунд. 12 секунд. Если есть массакрат, войд, дай. Готовьте кубы. Приготовили. Нажали. Держим. Отпустили. Помогай, бань по декурсии, я ж куб прожимал. По гитаристам поехали, череп, гриб, оковы. Видите, летит эта еще фигня, разбегайтесь, ребят, не бегите у меня.
Из огня выходить старайся. Это да. Смерть. Вреди. Андрей, как сможешь, Тейнар по сосуну зальешь. Падайте. Уже получше. Что могу сказать? Вы хуёво вырываетесь с демонов. Агро собрать на них сложно. Падайте. Короче, это, слышишь, я на рамбе буду стоять, я сопрот выпил, пускай Джанки бьет босса. Давай, давай. Что я знал о Джанке? Джазфанк? Джанк это я. Сейчас тебе поставлю метку тогда. Короче, там шнурки и все остальные. Вы дайте демонов собрать. Типа, пока они выходят, надо набрать агро на них. И не кливайте их пока. Кливом набираете. Ребят, еще такой момент. Видите, если там нечаянно, ну там у нас просто ретрика нет, который мог бы это сделать, и один хапал всего. Когда гитарист выходит такие волны, там, если есть возможность, всегда отбегайте от них. Да, их вообще не должны быть, но. Нет, Саня, там забей, там чисто в 0-1 эти волны выходят, и милики умирают. Без шансов. Там ты делаешь, что не только милики сдыхали. В этом все и дело. На РДД. Ну, то есть ебалом волны ловить на РДД, то это можно сходить. Зачем себя менять, Егор?